Западно-казахстанские волонтеры активно ведут свою деятельность. В минувшие выходные добровольцы провели очередную акцию, где раздали порядка 50 тысяч защитных масок. Также волонтеры приняли активное участие в молодежном проекте «Напои питьевой водой». С самого начала пандемии к борьбе с COVID-19 активно подключились и западно-казахстанские волонтеры. В минувшие выходные добровольцы помогали горожанам противостоять коронавирусу с помощью индивидуальных средств защиты. Ребята охватили локации в районе поселка Зачаганск. Во время акции более 150 человек из числа волонтеров совместно с сотрудниками местной полицейской службы разъясняли о мерах предосторожности, которые следует соблюдать при карантине, и раздали порядка 50 тысяч медицинских масок. Данная акция у нас идет с момента объявления карантина на территории Западно-Казахстанской области. До сегодняшнего дня было у нас раздано для населения бесплатно медицинская маска в количестве 300 тысяч. Сегодня у нас совместно местной полицейской службы ребята будут выходить совместно на рейды, работать с водителями, также пешими, пешеходами, как бы призывать наше население, жителей нашего города, что обязательно нужно носить маски, и то, что нужно сохранять все санитарные нормы и меры. Западно-казахстанские волонтеры не только помогают в борьбе с пандемией, но также помогают нуждающимся с питьевой водой. Доброволец Талгат Чудабаев вместе с другом запустили проект «Напои питьевой водой», где строят колодцы нуждающимся семьям. В планах у ребят помощь 100 таким семьям. А также мы выезжаем в районы. В Жангале были, мы 3 семьи нашли, подключили. Позавчера мы были в Кузьягарах, в Сырымском районе. Там мы забили 2 колодца для всего населения. Там, получается, в поселке только у 30% населения есть вода. Мы подарили 2 колодца, получается, для всего населения, чтобы они брали воду. Также у нас сейчас работы ведутся в Таскале, в поселке Каменка и поселок Берлык. Вот, Берса, вот на этой неделе мы поедем туда. Так, например, в Уральске волонтеры построили колодец многодетной матери Айгуль Шамаковой. Теперь в доме постоянно будет чистая питьевая вода, радуется Айгуль. Хочу выразить свою благодарность волонтерам. Благодаря их помощи мы теперь сможем пить чистую воду. До этого мы испытывали большие трудности с водой. Нам приходилось приносить воду сдалека. Еще раз огромное спасибо ребятам. В связи с последними событиями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции, волонтерское движение набирает особенную силу. Все больше людей начинает понимать, что в их силах творить добро и менять жизнь вокруг себя к лучшему. Альбина Кумаргалиева, Айбек Сагингалиев, Дастан Уразбаев, телеканал Ак-Жайык.